Никогда я еще так не ждал звонка на урок, ведь сейчас начинается самое сладкое занятие в моей жизни. Мы будем пробовать татарские сладкие блюда. Татары татарам рознь. С такого открытия началась очередная история в тарелке. Когда Иван Грозный отправлялся брать Казань, бок о бок с русским войском против казанских татар сражались татары-мишари. Сегодня два этих народа слились воедино, и различить их сумеет только человек, знакомый с культурой и традициями каждого. В Ульяновской области живут две группы татар. Они, кстати, генетически очень разные. Казанские татары и татары-мишары. Татары казанские – это вот на самом деле как бы такие коренные тюрки. И говорят они на своем родном языке изначальном. А мишары – это потомки скифов, сарматов, древние такие индоевропейские народы. Рассказ об истории мишар или мишарей начинается со знакомства с их утварью. И если татарские кувшины, кумганы и пиалы кёсе смотрятся хотя и диковинно, но вполне уместно, то самовар среди них вызывает вопросы. Ну, вы скажете, самовар – это предмет русской кухни, но на самом деле самовар был, и первый медный самовар появился в Волжской Булгарии. Где-то, наверное, в 10-11 веках на территории нынешней, ну, ближе к Волгоградской области, при раскопках старинного города был обнаружен первый медный самовар. И изготовили его как раз вот во времена Волжской Булгарии, скорее всего, предки современных татар-мишарей. Не случайно именно у мишарей появляются первые самовары. Чай в жизни этого народа занимает особое место. Именно он открывает праздничную трапезу. Наше мероприятие, которое называется «Меджилес», обычно начинается с чаепития, с татарских сладких блюд. И сегодня мы попробуем чак-чак, катлама, каекча и малопопулярное, самое молодое блюдо – это талкеш-калеве. Через кухню раскрывается и жизненный уклад народа. Кочевники-мишари не использовали печей и готовили еду на открытом огне. Блюда предпочитали те, которые долго не портятся и которые можно есть, не вылезая из седла. Помимо насыщения, еда несла в себе и другие смыслы. Например, чтобы уберечь себя от болезней, начинать трапезу следовало с крупинки соли. Когда татары едят катлама, они считают, что отгоняют от себя злых духов. Ну что, отгоним? Вот как много пользы школьникам от одного необычного урока. И сладкого от души наелись, и злые силы распугали. Но главное, узнали про еще один удивительный народ, проживающий в Ульяновской области.